Обе спортсменки являются членами национальной команды по дзюдо среди женщин. Так что нам предстоит прекрасный поединок. Счет тревожный. Становится 6-2. Спортсменам Северо-Кавказского федерального округа проигрывать уже нельзя. В противном случае Северо-Кавказский округ уже не сможет догнать их. Как раз Маргарита Гурцева обладает бросками Учимата, подхватами. Но Дарья Давыдова очень волевая спортсменка. Умеет бросать и в корпусной борьбе. Подвижно. Вот смотрите, что происходит. Красивый бросок подхватом. На спину. Быстро. И судьи дают оценку. И пон.